медведица пыталась спасти своего детеныша. Если бы не они, малыш бы погиб. Медвежонок метался на месте и кричал, но мама ничем не могла помочь. Полярники могли бы пройти мимо или убить животных, но они решили поступить благородно. Дождавшись, когда самка отойдет на безопасное расстояние, полярники принялись спасать малыша. Он был в панике, так как думал, что полярники собираются его убить. Он кусался и кричал, пытаясь защититься от опасности. Его мама металась немного вдалеке, опасаясь за жизнь остального потомства. Немного повозившись, полярники освободили малыша из капкана и отпустили его на волю. Он, забыв о травмированной лапке, бросился к маме со всех ног. Поступок полярников заслуживает уважения. Как вы считаете? Смотрите запись видео, где полярники спасают маленького медвежонка от верной смерти.